В подмосковной Дубне началось строительство сверхпроводящего коллайдера. Этот проект по замыслу организаторов привлечет в науку еще больше молодых специалистов, так как появится возможность проводить уникальные исследования. Но ускорители будут воспроизводить условия, которые могут существовать только в нейтронных и кварковых звездах. Для фундаментальной физики это сверхценные данные. Коллайдер позволит получить ответы на многие вопросы мироздания. Например, понять, какой была Вселенная в ее первые мгновения. Это прорыв в физике, в понимании. Таким образом, вот здесь будет получено вещество, которое существовало спустя первые несколько микросекунд с начала большого взрыва. То есть это где-то 14 миллиардов лет назад. На этих устройствах должны работать самые подготовленные специалисты и молодые ученые, которые живут в Дубне, смогут как раз и обеспечивать эти теоретические и практические открытия. И сегодняшний проект – это лишнее подтверждение, что фундаментальной науке быть в России. Строительство в Дубне завершится в 2019 году. Тогда же произойдет первый запуск коллайдера. Помимо 16 наших институтов, в проекте участвуют десятки исследовательских групп из 30 стран.